Так, задача создать вот такой паттерн на ручке, на грипсе. Уже создал свой фил с высотой, с height чуть-чуть увеличил. Есть вот такая матка на грипсах. Теперь вот в эту область надо нанести этот паттерн. Чтобы нанести его, надо сначала его создать. Создадим его чуть выше. Добавляем сюда fill в режиме multiply, умножение. Таким образом, где белая область ниже, проявится паттерн. Берем вот этот tile-генератор, на основе него будет делать. Вот он проявился. Именно там, где белая область ниже была указана. Так, теперь здесь мы выбираем пирамиду. Надо выбрать. Так, теперь нам надо его заофсетить. На 0,5 и повернуть, наверное. Дай-ка я увеличу высоту немного, чтобы было лучше видно, что у нас там происходит. Сейчас надо посмотреть, что тут за что отвечает. Вот.
Вот и готово. Почти. Вот, теперь это все вместе поворачиваем на 90. И немного блюрим. Можно еще лейлзами потом немного поиграться, то есть поизменять. Где-то можно местами вот так вот срезать.